Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Говорит и показывает Казань, стадион «Рубин». Мы рады приветствовать вас на матче юношеской футбольной лиги до 18 лет. Сегодня у нас встречаются «Рубин», город Казань, и команда «Чертаново». Хозяева в своих традиционных бордовых цветах, гости же в белом. Погода в Казани сегодня чуть-чуть подпортилась. Солнце, которое согревало эти дни, пропало. Пошел утром град. Но мы надеемся, что это никак не скажется на уровне игры, которую мы сегодня все с вами вместе посмотрим. Меня зовут Альберт Хафизов. Сегодня я с вами проведу целых два матча UFL 2 и, соответственно, 2-1. Так, это у нас Иванов прорывается по флангу, зарабатывает штрафной. Подача в штрафную, удар по воротам и гол! Футболист Рубина открывает счет уже на 4-й минуте. Это у нас отличился... Так, нет, нам показали Челегаву, но, по-моему, нет. Это отличился, по-моему, левый защитник. Ну, быстрый гол ожидает того, что нам игра будет очень интересная. Сайфутдинов играет на правом фланге как раз полузащиты Рубина. Вот сейчас мячом был Челегава. Удар низом, но это не точно. Халилов направо. Здесь Файзулин. Файзулин играет в атаку. Здесь Челегава на Иванова. Иванов забрасывает на Патрушева. Это может быть опасный удар в касание. Ну, удар в створ. Ну, Поляков создает атаку вторым темпом. Подача штрафную. Удалось зацепиться за мяч Гатину. Прострел, бабешка, удар. Ну, Корец на месте. Патрушев набирает скорость, входит в штрафную. Удар, ну, наверное, можно было из этой ситуации выжать нечто большее. Александров прорывается по флангу, прошел Челегаву, ушел от Хасанова. Прошел уже в штрафную, что последует дальше? Удар низом, 1-1. 20-я минута, Клименко сравнивает счет. Доля заслуги в этом мяче, конечно же, Александрова. Илья хорошо протащил мяч и сделал просто изумительную передачу, которую нельзя было испортить. Тут Халилов выиграл мяч, Патрушев вообще сегодня играет по всей бровке. Чемасов как сыграл, Челегава, выход на ударную позицию, удар низом, ну... Челегава, ну нет... Поляков себя пройти не дал. Подача в штрафную, бабешку на ударную позицию, удар по воротам, гол. 1-1, 2-1, Чертаново выходит вперед. Бабешка забивает свой очередной гол. Ну, Сайфутдинов здесь не успел добраться, удар в касание, но это на технику. Ну, хотя бы сравнить счет. А вот сейчас, конечно, это опасно. Клименко входит в штрафную на ударную позицию. Вот это да. С такой позиции не удалось нанести точный удар. Хотя перехват был очень мяч хороший. Халилов. Справа есть Сайфутдинов. В штрафной открывается Иванов. В центре есть удар по воротам. 2-2. Чемасов на 53-й минуте сравнивает счет. Последовала хорошая передача от Сайфутдинова. И оставшийся один без прикрытия, потому что Лузгин и Анисимов сместились ближе к флангу, потеряли своего игрока. И Чемасов. Тоже второй мяч, как и у Патрушева. У нас сегодня все игроки, которые... Ой, это да! Вот это Чертаново быстро отквитал этот минус. И выходит вперед. Вот так вот сразу. Ну вот Рубин так может закончить очень плохо для себя. Подачу штрафную. Ну вот Сайфутдинов как была хорошая передача. Гатин.
Налево. Макаренко. На Бычкова. Ой, как технично прошел. Чуть ближе, но тут Корец не с первой попытки, но со второй сумел завладеть мячом. Футболисты Чертанова набирают свою скорость в контратаке. Технично сыграли направо. Это как раз Клименко. Удар по воротам. Вот это было очень опасно. Удар низом по скользящему газону. Направо. Сайфутдинов. Иванов. Илья набирает скорость. Против него Анисимов. Илья за счет дриблинга пытается... Ой, как здорово пропустил Анисимов. Удар по воротам. Нет, пропустил как раз Чумасов. И пробивал, по-моему, Патрушев. И вот Патрушев мог оформить дубль. Ну, хорошая атака. Рома сегодня активен. Рома сегодня, как говорится, он fire. Никифоров в центр на Челегаву. Челегава чуть-чуть не хватило точности, но, в принципе, Иванов и за этот мяч зацепился. Иванов на Челегаву. Удар по воротам. 2-3-3. Челегава сравнивает счет. 3-3. 65-я минута. Ну, сейчас главным футболистом Рубина... не расслабляться, потому что все мы с вами прекрасно помним, чем завершилась передача на правый фланг. Подача. Ну, Клименко до мяча дотянуть, добраться не стали. А тут удар Гатина низом. Так, и готовится еще одна замена. Передача на Иванову. Хорошо пытался сыграть сейчас Александр. Не хватило точности. Бабешка на ударной позиции. Вариант есть справа. Получает мяч Надыршин. Гатин. Дальний удар, но это не точно. Камилов. А вот эта передача, конечно, он подставил сейчас Хасанова, но футболистам Рубина вроде как удалось зацепиться за мяч, однако последовала потеря. Вот сейчас открытая опасная зона. Удар Бабешка. На добивание Макаренко. Нет, не удалось ему сыграть. Корец уверенно сыграл. Не удалось ему с первой попытки зафиксировать мяч. Иванов. Подача в штрафную. Здесь ударная позиция для, по-моему, Челегава. Челегава пробивает. Нет, нет. Иванов подхватывает. Удар вдаль над перекладиной. Чуть-чуть не удалось сейчас. Мог сейчас Рубин забить и выиграть сегодняшний матч. Да, не получилось завершить момент матча в атаке. А вот тут тихо притаившийся Бычков получает мяч. Проходит одного. Входит в штрафную. Подача на дальнюю штангу. И здесь хороший мог момент иметь Гатин. Но он до мяча не достает. Завершается у нас основное время матча. Команды сыграли 3-3. Хороший мы с вами посмотрели футбол. С вами был 2 часа и Альберт Хафизов. Увидимся на послематчевом интервью. Оставайтесь с нами.